На прошлой неделе, 31 января, стартовала декада лыжного спорта. В ней ежегодно принимают участие новоуральцы от мала до велика. Одними из первых на лыжню на этот раз вышли воспитанники детских садов Новоуральска. Зимний снежный выходной день – не повод оставаться дома. В Новоуральске в субботу на лыжной базе было многолюдно. Дело в том, что для всех дошкольных образовательных учреждений здесь прошел День здоровья. Его приурочили к декаде лыжного спорта. Здесь у нас сейчас находятся сотрудники со своими детьми. И у нас есть даже самые маленькие, вот двухлетки вот есть ребята, и большие 14-16-летние дети. Все с удовольствием катаются на лыжах. Это отличное настроение, это здоровье, это правильный и здоровый образ жизни. Мы всегда за это, особенно сотрудники дошкольных образовательных учреждений. И мы своим примером, в том числе и нашим воспитанникам, и всем жителям города, показываем о том, что нужно следить за своим здоровьем. Маленькие новоуральцы вместе со своими родителями и воспитателями с удовольствием приняли участие в декаде лыжного спорта. Кто-то впервые встал на лыжи и покорял трассу, крепко держа маму за руку, а кто-то из детей вполне умело преодолевал дистанцию. Мне не сложно, я катаюсь на лыжах. Да такая классная погода, эмоции прежде всего, общение, да просто развитие физической культуры ребенку. Первый раз встали, она пошла. Я пришла со всей семьей с палками на лыжи, катаемся. Если будет где-то соревнование, то надо тоже в этом участвовать. Ты хочешь участвовать в соревнованиях? Да. Мы на все мероприятия стараемся ходить на кросс-нации. Вот первый раз выбрались на лыжню России. Я постоянно, каждом году сюда хожу кататься, катаюсь. Мне очень нравится сильно. Детей нужно приучать, ну и самой немножко выбраться из дома. Участие в декаде лыжного спорта пришлось по нраву всем участникам старта и еще раз доказало, что зимние виды спорта подходят всем и детям, и взрослым. А активные занятия на свежем воздухе не только являются отличным развлечением, но и полезны для здоровья. Декада лыжного спорта продлится в Новоуральске до 9 февраля. На этот период прокат лыж на базе льготный. Субботний актив для Мадоу стал хорошей тренировкой перед главным стартом лыжни России, который пройдет 10 февраля на поляне у стрелкового тира. В 11 часов начнется торжественное открытие. Далее пройдет зарядка для детей. Потом начнутся массовые старты, лыжные семейные эстафеты, награждение семей, соревнования по лыжным гонкам, спортивный забег и награждение победителей. В этом году массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Новоуральске посвящена 70-летию города и 75-летию Уральского электрохимического комбината.